Всесоюзная комсомольская ударная стройка. На далеком севере в городе Кировске строится новая обогатительная фабрика. Сырьем послужит апатитонефелиновая руда. Ее богатейшие запасы находятся поблизости. Ежегодно здесь будут производиться миллионы тонн апатитового концентрата, из которого получают суперфосфат, ценнейшее минеральное удобрение. Это одна из крупнейших новостроек семилетки. Шефство над ней взял ленинский комсомол. Выполняя решение 22-го съезда партии, молодые строители обязались ввести в строй первую очередь фабрики к концу этого года.